Драгоценные, вот мы, наверное, с 90-х годов начали праздновать реформацию. Мы уже даже со всеми служителями договорились, что сейчас 500 лет празднуем последний раз, а потом уже только, пускай наши потомки тысячелетия празднуют уже все. И те из вас, кто у нас не первый год церкви, вы знаете, что во время этого мы брали разные грани реформации. Мы рассматривали, как реформация на семью влияла, как реформация на труд влияла. Мы говорили о Бахе. Помните, целое у нас одно служение было, когда мы оделись, я одевался вот в одежду аутентичную тому времени, да? Вот. У нас были разные. Сегодня я хотел бы поговорить, как это повлияло на искусство. Но прежде всего, вот само слово «реформация». В латыни есть такое слово «формацио». Формация, я думаю, ну, понятно даже нам, да, не владеющим свободно латынь. Формация – формирование, создание какого-то образа. Помните, Иисус сказал: «Я создам церковь мою». Господь создал, сформировал свою церковь, да, формация. Какие еще у нас в русском языке есть слова, связанные с формацией, а? Да, деформация. Что такое деформация? Ну, когда что-то разрушается, мнется, да? Когда образ созданный искажается. Печально, когда происходит. Вот едешь, например, на машине, кто-то в тебя въезжает, происходит деформация. И, конечно, если деформация не слишком серьезная, то можно ехать на машине. Но, нет, не то, что недолго, некрасиво это будет, да? Я недавно ехал, мы ехали вот сегодня на собрание, смотрю, какой-то жигуленок едет, весь перемятый. То есть он каким-то образом едет, ну, мятый, вот. А можно получить такие вмятины, что даже уже ехать невозможно. И если твоя машина получила деформацию, и ты не можешь уже ехать, что нужно сделать? Вот слава Богу, что Господь не купил новую, а? Бог сказал: ну что, ладно, все, так беру всех этих служителей так раз и в мусор, да? И создам себе новую церковь с новыми людьми. Нет, мы едем, как правило, в ремонт, и в ремонте происходит реформация. То есть что? Восстановление, когда чему-то деформированному вновь придается прежний облик. Так вот, драгоценная реформация – это целое движение, которое возникло в XVI веке в Западной и Центральной Европе, религиозное, духовное движение, направленное на восстановление церкви. Здесь так громко, чуть-чуть потише сделать ему. На восстановление церкви, на возвращение церкви прежнего образа, то есть того образа, который мы видим в Священном Писании, который мы видим в Евангелии. И когда это произошло, то повлияла реформация не только на церковь. Еще тише. Я люблю свой голос, но не настолько. Привело к восстановлению церкви, но повлияло на все сферы общества. Мы видели сегодня, пастор из Адвентистской церкви рассказывал, как реформация повлияла на право. Вот то, что сегодня мы называем там свободы религиозные, там конституция, все это идет оттуда, идет от реформации. Я хотел бы поговорить о том, как реформация повлияла на искусство. И самое, конечно, первое – реформация и литература. Важнейшим событием реформации стал перевод Библии на понятный язык. То есть Мартин Лютер не просто писал свои знаменитые 95 тезисов. Он прежде всего взял Писание, которое он, конечно, понимал, потому что он отлично знал, как и богословы того времени, латынь. Но этого языка не знали люди, и он перевел. И в 1522 году, в сентябре, появилась так называемая Сентябрьская Библия. То есть Новый Завет на немецком языке. А чуть позже, уже не один, а со своими сторонниками, в 1534 году он перевел и Ветхий Завет. И таким образом, к 1534 году у нас в Германии, у протестантов появилась Библия на
родном языке. И когда министр культуры нашей страны говорит о том, что у протестанта читали Библию на латыни, а у нас была Библия изначально на русском языке, то он очень много путает. Потому что как раз реформация и началась с перевода Библии на народные языки. Вот. А у нас как раз был церковно-славянский язык. У нас Библия появилась только в 19 веке, а церковный славянский в то время уже был мало кому понятен. Вот. Поэтому, к сожалению, у нас был позже перевод. Протестантизм и начался с этого. И, конечно же, переводы Библии пытались делать и до Лютера на немецкий язык, но именно перевод Лютера стал популярным, потому что Лютер не просто, так знаете, сухо перевел Библию, а этот перевод, он был очень богатый, хороший, яркий немецкий язык. И поэтому, когда мы говорим про нас, про Россию, то мы с вами говорим на чьем языке? Мы с вами говорим на языке Пушкина, да? То есть Пушкин – создатель современного литературного языка. Если вы почитаете, например, литературу, я раньше никак понять не мог, почему так трудно читать русскую литературу до Пушкина. Даже когда мы берем каких-то гениев, там, Державина, его великая ода «Бог», но такая эта ода громоздкая, если вы читали, да? И вообще фон Визина там читаешь. То есть язык какой-то громоздкий, вот. Пушкин создал тот легкий, литературный, красивый русский язык, на котором мы с вами разговариваем. Так вот, Мартин Лютер создал как раз современный немецкий язык благодаря своему переводу. Но Лютер не только перевел Библию, он большинство своих богословских трудов писал на немецком языке. Этим стали заниматься и реформаторы в других странах, в Швейцарии, во Франции. Они стали писать на своих языках труды, и таким образом начался целый волна литературы на родном языке. И если к началу XVI века на одну книжку, написанную на немецком языке в Германии в начале XVI века, то есть до реформации, было около 20 книг на латыни, то уже к 1524 году, то есть буквально через четверть века, уже на одну книжку, написанную на немецком языке, было всего лишь 3 книжки на латыни. А к концу XVI века большая часть литературы в Германии стала уже на немецком языке. И не просто книг на немецком стало как бы в процентном отношении больше, их стало и качественно больше. Если к началу XVI века были сотни трудов, то уже ко времени крестьянской войны в Германии уже были тысячи трудов. И это была разная литература, не только богословская. Там стали появляться разные памфлеты, разные стихи, разные какие-то пророчества вместе с гравюрами сделанные. Вот сейчас, даже сейчас в музеях мира находится около 5000 разных образцов от этой литературы первой четверти XVI века. И все это произошло благодаря реформации. То есть это оказало огромное-огромное влияние. Люди стали читать, ну а когда люди читают, то люди стали писать, появились больше и больше писателей. И поэтому мы можем сказать, что вот благодаря реформации литература из вот такого высокого мира, которую могли понимать только особые знатоки латыни, превратилась что-то народное, что-то народное. И влияние реформации на это было огромное. Второе, что совершила реформация, она оказала огромнейшее влияние на музыку. Лютер называл музыку благороднейшим из искусств. Я вот одну цитату его хочу прочитать. «Мне не нравятся те, кто презирают музыку, как это делают все фанатики». Вот есть такие фанатики, почему в церкви барабаны, нельзя в церкви барабаны, барабаны не от Бога. Вот. Лютер таких не любил, мы тоже. «Мне не нравятся те, кто презирают музыку, как это делают все фанатики, потому что музыка – это талант и дар Божий, а не человеческий. Она прогоняет дьявола, приносит людям радость, заставляет позабыть гнев, распущенность, гордость и прочие пороки».
Я, пишет Лютер, ставлю музыку сразу за теологией и воздаю ей высочайшую хвалу. Мы видим, что Давид и прочие святые излагали свои благочестивые мысли посредством ритма, рифмы и музыки, ибо в мирные времена правит музыка. Лютер сам очень любил музыку, и он написал, как вот сегодня Олег рассказывал, много гимнов. То есть достоверно известно вот именно 8 гимнов, которые сочинил лично Лютер. О других есть споры, но вот 8 бесспорно написано им. И, конечно, самый знаменитый вот сегодня исполнялся, да? «Господь наш меч, оплот и щит, тра-та-та, я твердыня». Я ее ехал в машине все время пел. Мне сын говорит: «Пап, перестань страшным голосом петь». Вот. Вот знаменитый гимн. Лютер написал не только гимны. Он написал первую часть немецкой мессы, написанную лично Лютером. И Лютер любил делать такие вещи. Он любил брать популярные народные мелодии, то есть которые пели простые люди. Он брал эти народные мелодии, писал новый текст, христианский текст. И таким образом возникали вот эти его знаменитые песни, которые уже стали петь в народе уже с новым христианским текстом. И, то есть, видите, не только богослужение, то есть реформация не только повлияла на музыку в богослужении, здесь это было огромное влияние, потому что раньше, вот, например, до реформации никто бы из вас не пел, то есть пел бы я, священнослужитель, и был бы хор, и я бы пел там «то-то-то-то, аминь, то-то-то-то-то, аминь, то-то-то-то-то, аминь, аминь, аминь». Вот так вот это все бы было, да? И ты бы сидел и думал: «Как красиво Виктор у нас опять поет». Вот. Но все изменилось благодаря реформации, потому что люди поняли, что все мы призваны славить Господа, а не только особые одаренные люди. Поэтому, может быть, ты скажешь: «Ой, пастор, у меня там медведь на ухо наступил, меня никто слушать не хочет, мне тоже сын говорит: пап, не пой страшным голосом». Нигде тебе не разрешают петь, а здесь, пожалуйста, заливайся соловьем, славь Господа. Главное, чтобы ты пел от сердца. Почему? Благодаря реформации ты имеешь это право, брат. Благодаря реформации мы можем петь и славить его. То есть, видите, огромное влияние. Многие искусствоведы сегодня пишут, что Баха бы без Лютера не было, потому что вот именно такой дар, который имел Бах, он именно расцвел в лютеранском, протестантском, реформаторском движении. Гендель, другой великий протестантский композитор. Мы как раз на прошлой неделе с супругой были в Санкт-Петербурге и в один из вечеров пошли в Мариинский театр, где слушали оперу Генделя «Ринальда». Там такой сюжет, когда происходит, как бы сказать, евангелизация происходит, когда одни проповедуют Евангелие другим, другие им пытаются вредить всякими волшебствами, колдовствами, прочими демоническими действиями. Но христиане побеждают. В конце оперы все нечестивые встают на колени и каются, принимают истинную веру. Вот такой духовный сюжет очень, да? Но музыка просто такая потрясающая. Вот Диана знает, я вот просто сидел в конце, просто плакал. Вот. И Гендель, он писал про себя. Вот я прочитаю одну цитату Генделя. Вот смотрите, что говорил. Одному из своих почитателей Гендель такую вещь сказал: «Мне было бы досадно, милорд, если бы я доставлял людям только удовольствие. Моя цель – делать их лучше». И, знаете, и опера возникла в XVI веке, да? Конечно же, реформация оказала и на это влияние. Хотя, конечно, там в основном было все из Италии, многие известнейшие, да, оперные композиторы. Вот. И когда мы говорим про литературу, когда мы говорим про музыку, тут, казалось бы, все понятно. И мы с вами неоднократно во время вот служений, посвященных реформации, говорили и о влиянии на музыку, и о влиянии на литературу. А как быть вот как бы с третьим видом искусства, художественное искусство? Многие искусствоведы считают, что вот как раз с художественным искусством меньше всего повезло.
Вот посмотрите, вот известный историк немецкого искусства Дехио пишет: «Перевод Лютера Библии и распространенная в народе система протестантского образования, охота к чтению больше, чем что-либо иное, выбила почву из-под ног изобразительного искусства. Говоря образно, немецкий народ неумеренным чтением испортил себе глаза. В будущем же истинно протестантскими искусствами станут поэзия и музыка». И, казалось бы, на самом деле, вот, да, протестантизм оказал влияние на литературу, на музыку, да, поэзия, книги, музыкальные произведения. А живопись, а архитектура? Казалось бы, все наоборот, потому что во времена реформации, вот, например, в Женеве или в Цюрихе, в Швейцарии, да, выносили, наоборот, изображения из храмов, там порой даже статуи ломали, там в некоторых местах появлялось иконоборчество. Даже один из друзей Лютера, Карлштадт, когда Лютера не было в Виттенберге, в его родном городе, устроил как раз погром иконоборческий. Как только Лютер об этом узнал, он тут же вернулся в Виттенберг, чтобы прекратить безобразие. Вот, и казалось бы, вот, ну, как повлияла реформация на изобразительное искусство? Оказалось, на самом деле, и тут тоже великое влияние реформации на живопись. Живопись не просто в протестантских странах не исчезла. Наоборот, отказавшись от иконы, протестанты от живописи не отказались. Лютер не возражал против искусства. Он возражал против того, что искусство порой становится объектом поклонения. Но Лютер говорил, что украшать богослужение искусство может. И поэтому, когда вот некие крайности были, вот эти иконоборческие, когда там статуи разбивали, потом стали по-другому. Когда выносили статуи, выносили картины, их стали заносить в особые помещения, уже не церковные, не какие-то там сакральные, мистические, а в обычные помещения, чтобы люди могли туда приходить и смотреть. Как это теперь называется? Музей. Музеи возникли именно в XVI веке, благодаря протестантизму, когда предметы живописи, предметы искусства, скульптуры перестали как бы наделяться чем-то сакральным, а превратились просто такой, в объект эстетического удовольствия. Вот. Но, конечно же, вот реформация вдохновляла многих художников, таких как вот друг Лютера Лукас Кранах, и знаменитый нюрнбергский гений, который лично встречался с Лютером и на чье творчество оказало огромное влияние протестантизм, Альбрехт Дюрер. И я даже как-то, помните, целую проповедь делал по картине Альбрехта Дюрера «Четыре апостола», да? Вот, казалось бы, такая картина, скажешь: «Пастор, где же тут влияние реформации?» А тут влияние реформации очевидно. Почему? Потому что вот эти четыре апостола, эта картина называется диптих, то есть картина, состоящая из двух частей. Раньше, до этого, были только триптихи, то есть картины, состоящие из трех частей. Если бы реформации не было, Дюрер бы сделал бы по-другому. Он сделал бы три части. В центре был бы либо Христос, либо Дева Мария, а по бокам либо апостолы, либо святые, которые Христу или Марии поклоняются. И это было бы изображение для богослужения, для поклонения. Но, видите, он убирает эту центральную часть, потому что это уже не для поклонения. Через произведение искусств художники, реформаторы, художники-протестанты стали проповедовать. Они стали проповедовать. Это не для того, чтобы мы склонились этому, это что-то мы услышали. И мы услышали, и здесь просто-напросто Дюрер показывает две части служения христианина, две части служения церкви. Мы видим слева
Два апостола, Иоанн и Петр, они словно устремлены в Библию, да, открыта Библия, у Петра еще вот в руках ключ там, да, он смотрит туда, они углублены, да, а с другой стороны апостол Павел и Марк, наоборот, видите, уже Библия закрыта, и они смотрят, Павел смотрит на нас, Марк смотрит на него, да, у него меч там у Марка сзади, видно, блестит, меч, да, и они уже готовы служить. И таким образом Альбрехт Дюрер показывает, как бы две части настоящего служения, без которого ни церковь, ни наша христианская жизнь немыслима. Первая часть – это духовная жизнь. Мы должны молиться, мы должны искать Царство Божье. Мы призваны изучать Священное Писание. Если нету духовной жизни, а есть только деятельность, неважно какая, религиозная деятельность, там, миссионерская, богослужебная или еще какая, то, понимаете, пустота возникает, когда многое происходит, а наполнения нету. Вот. С другой стороны, если есть только, есть только углубление, когда люди там что-то молятся, изучают Библию, но нету служения ближним, нету проповеди Евангелия, таким образом тоже церковь становится как бы варящейся в собственном соку. Для того, чтобы мы были духовно здравы, нам нужно как правая часть, так и левая часть. Нам нужна духовная жизнь, личное познание Бога, личное переживание Бога. И в то же самое время нам необходимо, чтобы мы, то, что мы переживаем, то, чем мы наполняемся, могли бы нести другим, могли бы проповедовать Евангелие другим. То есть, видите, это типичная, как бы такая типичная протестантская картина, да? Четыре апостола. Ну и, конечно, наверное, как бы главное такое влияние реформация оказала на художников Голландии, и произошел такой целый прорыв в Нидерландах, который называется «Золотым веком голландской живописи». В Нидерландах живопись стала развиваться, но, посмотрите, заказчик изменился. Почему? Голландия стала протестантской страной. Раньше заказчик живописцев – это была церковь. И все, что рисовали художники, это разные иконы, изображения для церквей. Теперь в церквах не стало живописи, и заказчиками стали просто богатые, успешные, состоявшиеся люди, для которых рисовали. И уже для обычных людей не нужны были изображения святых там, или королей каких-то великих, или просто какие-то библейские сюжеты. Они хотели, чтобы были картины, изображающие природу, изображающие обычную жизнь. И таким образом стали в Голландии рисоваться натюрморты, пейзажи. Но что интересно, через эти натюрморты, через эти пейзажи продолжалась проповедь Евангелия. Продолжалась проповедь Евангелия. И великолепные пейзажи голландских мастеров, они как бы показывали, насколько прекрасно Божье творение. Чтобы найти Господа, нам не обязательно ходить в храм, ходить в церковь. Мы можем пойти в лес, мы можем пойти в поле. Это точно так же Божье творение. Богословы реформации говорили, что Бог дал нам две книги. Одна книга – это природа, другая книга – это Священное Писание. И мы можем видеть Господа как в природе, так и в Слове Божьем. И поэтому, когда мы видим голландскую живопись 16-17 века, да, это золотое время, там почти что каждое полотно проповедует духовную жизнь через обыденные вещи. Вот, например, я когда готовился, наткнулся на натюрморт Питера Артсена, называется «Мясная лавка». Это середина 16 века. Вот вы знаете, вот смотришь на эту мясную лавку, вот представьте себе, вот открыл бы ты какой-нибудь альбом с картинами, и вот «Мясная лавка», Питер Артсен. Ну, посмотрел бы ты на эту мясную лавку, что бы ты сказал? Что? Ну, базар, да. Если ты вегетарианец, скажешь, колбасу не ем, что-нибудь. Но в действительности это не просто какой-то натюрморт из мясных туш. В центре, чуть-чуть левее, видите блюдо, где изображены
крест-накрест две рыбы. А рыбы – это древний символ христианства. И эти рыбы не случайно положены крестом. А над ними такое окошко в мясной лавке. И за окошком сюжет. Я вот его сейчас просто увеличу, чтобы вы разглядели. В этом окошке показана история, как Мария с Иосифом и Иисусом убегают в Египет. И видите, по дороге в Египет Мария одному из нищих подает хлеб. И если вы это видите, то сразу же как бы все по-другому. То есть на фоне этого изобилия мясных туш, там голова коровы, видите, там нога какого-то поросенка висит. А там за всем этим мы видим изображение, как Мария подает хлеб нищему. И таким образом как бы показано, даже когда ты преуспеваешь, даже когда у тебя изобилие, никогда не забывай, что ты христианин, и своими добрыми делами, а не только материальным благополучием, ты должен прославлять твоего небесного Отца. И поэтому не случайно, вот если мы посмотрим, вот это мы видим слева, да, там окошко, а вот справа там еще как будто вход, и там мы видим дом, да. Если мы увеличим это, мы видим людей, которые просто празднуют, на полу валяются вот эти раковины от моллюсков, то есть они кушают моллюсков, сбоку висит тоже туша убитого животного, показывая, что все бренно, все заканчивается однажды. И спереди мясник, он в такой красной одежде, в Голландии в то время только носили такую одежду члены профессиональной гильдии, да, наливает воду в вино. Здесь показана такая праздность, такая вот, они наслаждаются, вот эти моллюски, это плотские удовольствия, наслаждение, комфорт, да, вот. И таким образом, видите, вот как бы художник показывает два пути, путь добра, путь милосердия, путь заботы, путь сострадания или путь наслаждения, путь жизни только для себя, путь жизни только ради удовольствий. Ведь вы знаете, что реформация оказала огромное влияние на труд, и в протестантские страны начали процветать. И таким образом художник показывает, с ростом твоего материального благополучия, чем больше у тебя набит твой, дорогой мой, холодильник, не ожесточись в своем сердце, не стань черствым внутри себя, останься таким же добрым, помни о тех, кто нуждается в тебе, да? Вот, казалось бы, вот такой простой натюрморт, но видите, что сделали художники-реформаторы, они вместо картин как центр поклонения сделали картины как центр проповеди, они через свою живопись просто-напросто проповедовали Евангелие. Я хочу вам еще одну картину показать тоже. Вот я в ней долго-долго вглядывался. Называется «Кружевница». Это уже середина 17 века. Каспар Нетшер, голландский художник, нарисовал эту картину. Вот знаете, казалось бы, тоже вот сидит женщина. Но опять-таки, смотрите, не просто сидит, да? А на полу, видите, сбоку нее лежит, опять-таки, раковины от моллюсков, да, она на них не смотрит даже, да, вот эти плотские удовольствия, комфорт. Она сидит и работает над кружевом. И опять-таки, вы знаете, ведь идеи реформации изменили отношение к труду. Раньше труд воспринимался как наказание, да? Вот если ты живешь, и для тебя труд как наказание, значит, ты не понял, что такое реформация. Значит, ты еще католик в нашей церкви такой засланный сидишь. Вот. Потому что реформация показала, труд – это не наказание, труд – это призвание. И мы должны трудиться, потому что этим мы служим Богу. Раньше усилия христиан были направлены на то, чтобы спасти самого себя. Теперь реформаторы говорили, тебе не нужно заслуживать спасения, тебе не нужно что-то делать великое, чтобы спастись, потому что ты оправдан по благодати, верой, понимаете? Ты оправдан, все, принимай верой, не нужно ничего особенного, не нужно вериги носить, не нужно подвиги совершать, принимай. А теперь все свои усилия направь на служение Богу. И служение Богу стало рассматриваться реформаторами
время не просто как труд священника. Лютер говорил, что настоящий труд – это и есть молитва нашему Господу. И неважно, кто ты там, ты можешь быть бизнесмен, ты можешь быть педагог, ты можешь быть служащий. Если ты честно делаешь свое дело, ты точно так же служишь твоему Господу, как пастор, который каждое воскресенье проповедует на сцене. И твой труд не менее ценен, не менее важен и не менее прославляет Господа, чем труд священнослужителей или миссионеров, которые куда-то отправляются с Евангелием в дальние страны. То есть это теперь не наказание, а исполнение нашего призвания. И видите, вот в этой картине она не обращает внимания на то, тут роскошь, очень простая стена, да, белая стена, как простые стены в новых уже реформаторских церквах. Ну вот. И она просто занимается своим делом, кружевница. Еще один тоже интересный, хотел бы вам показать интересное полотно. Дирк Якобс, называется «Групповой портрет корпорации амстердамских стрелков». Скажешь, Виктор, на эту картину тоже оказало влияние реформация. Да, конечно же, как вы думали. Потому что, смотрите, если вот вы будете разглядывать групповые картины до реформации, там очень четко показаны ранги. Там слуга, господин, прислуживай, что-то такое. Но реформаторы говорили о том, что священниками являются не только пасторы и проповедники. Священник – это каждый верующий, освященный кровью Иисуса Христа. Лютер учил о равенстве всех верующих. Да, драгоценные, мы можем быть там кто-то директор, кто-то служащий, кто-то там богатый бизнесмен, кто-то небогатый педагог, не знаю, вот. Но когда мы приходим сюда, мы здесь с вами все равны перед нашим Господом. Каждый из нас ценен. Каждое верующее сердце ценно. И когда, видите, голландский художник показывает групповой портрет, он просто показывает людей. Здесь непонятно, кто главный, кто директор. Они все вместе в одинаковых шапках, в одинаковой одежде, показывая равенство всех. Кто-то, может быть, из них богаче, кто-то не такой богатый, но никто из них не ущемлен никак. Это первое. А второе – это вот такой общинный дух. Они все вместе. Они единая община. Они вот часть некого общего. Чего, как стали ощущать себя прихожане протестантских церквей, что мы нужны друг другу, потому что церковь – это не это здание на Шейкмана 7. Церковь – это мы с вами. Церковь состоит не из кирпичиков и не из камней. Церковь состоит из наших верующих сердец. И каждый из нас важен, каждый из нас ценен. Посмотри на своего ближнего и скажи: мы с тобой часть тела Иисуса Христа. Мы нужны друг другу. Скажи ближнему, мы нужны, даже если это твоя жена, все равно скажи, мы нужны друг другу. Мы нужны друг другу. Ну, и, наверное, знаете, вершина золотого века голландской живописи является кто? Конечно, это Рембрандт, вершина голландской живописи. Рембрандт не просто считается самым выдающимся художником голландского золотого века. Это вообще, как наверное, Бах в музыке, так и Рембрандт в живописи. Да? Вот. И Рембрандт очень большое внимание уделял игре свету и тени. И хотя портрет возник до реформации, но вот именно такое значение портрета, значение портрет приобрел во время реформации. И вот посмотрите, вот обычный Рембрандт писал портреты. Один из его портретов – портрет старика в красном. Да, это уже середина 17 века. Вот посмотрите, Рембрандт здесь не просто играет свет-тень, да? Он это делает очень особенным образом. Свет освещен, сам старик, его лицо и руки. И возникает некое ощущение здесь, и вообще на других его портретах, словно вот свет идет откуда-то изнутри его. Слово Божье говорит, что Царство Божье внутри вас
есть. И вот это вот состояние, чем особенные портреты Рембрандта, это не просто сидит старик и позирует. Он сидит и он осмысляет. Словно вот внутри у него происходит молчаливая молитва. И вот эта вот одухотворенность, да, когда словно вот изнутри, через мимику лица, через глаза, вот что-то исходит вот такое особенное. Это опять-таки то, о чем учили реформаторы, что не нужны нам посредники между нами и Богом, есть только Иисус Христос. И Он возрождает наши сердца. И сегодня свет внутри нас, не просто чтобы прийти в церковь, мы должны получить освящение. Мы должны обратиться внутрь себя. Царство Божье внутри нас есть. И мы являемся светом миру. Потому что в нас живет кто? Христос. Свет миру. В нас живет Христос. Еще одно, да, знаменитое, наверное, одно из самых последних его картин, знаменитая картина Рембрандта «Возвращение блудного сына». И опять-таки, смотрите, это не просто библейская иллюстрация. Библию иллюстрировали и до реформаторов. Но здесь, вот, во-первых, видим, что вот как бы это как будто картина из обычной жизни того времени. И опять-таки видим свет, да, который прежде всего озаряет отца, и через отца словно как бы падает на сына. И сын стоит, вот эти грязные ноги на коленях, и кается. И он стоит, это не просто, знаешь, такое изображение, он стоит к нам спиной. И возникает такое ощущение, словно мы с вами следующие для того, чтобы встать, покаяться перед нашим небесным Отцом и получить Его милость, благодать и прощение. Видите, это опять-таки не просто картина и не просто иллюстрация. Это проповедь Евангелия. Ну и, конечно же, знаменитая картина Рембрандта «Воздвижение креста», где Рембрандт сделал такую вещь, опять-таки, как бы усовременил это, чтобы мы видели, это не просто когда-то давным-давно в Израиле произошло, как пишет апостол Павел, чтобы мы видели Христа как бы у нас распятого. Поэтому Рембрандт нарисовал себя, видите, он изобразил свой автопортрет среди тех, кто распинает Господа, как бы показывая, это не просто те люди, это также я, мои грехи, мои преступления привели к тому, что Господь Иисус Христос взошел на крест. И вокруг, вот здесь довольно темная репродукция, но там вокруг много людей, и что интересно, люди одеты в одежды разных культур и разных эпох, показывая, что для того, чтобы принять спасение, неважно, из какого ты века, неважно, из какой ты страны, из какой ты культуры, потому что Иисус взял грехи всех людей, из всех культур, из всех времен, из всех народов и даровал нам спасение, оправдание и искупление. Видите, и опять-таки, это не просто изображение креста для поклонения, это изображение распятия для проповеди Евангелия, чтобы донести благую весть. И видите, что интересно, вот реформация оказала влияние не только на художников-протестантов, на художников-католиков тоже. Они тоже стали после этого под влиянием реформации писать по-новому, стали рисовать уже по-другому. Вот. И еще одна интересная вещь, вот, чтобы как бы закончить влияние реформации на художественное искусство, вот, если поговорить уже не про живопись, а про архитектуру. Архитектура под влиянием реформации тоже превратилась в проповедь Евангелия. Да? Казалось бы, церкви стали проще. Вообще очень, знаете, Лютер очень так прагматично относился к помещениям. Он, кто-нибудь из вас когда-нибудь был в Кёльне? В Кёльне были? Да, вот я вижу, несколько человек были. Если вы были в Кёльне, вы наверняка были в знаменитом Кёльнском соборе. Мы когда, помню, с Дианой были, туда заходили, там находится, что-то там находится такое, то ли дары волхвов, то ли еще что-то такое. Вот. Но я на всякий случай прикоснулся, кто знает, вдруг сработает. Вот. Вот. И если вы видели Кёльнский собор, да, вот это
грандиознейшее здание, такое высоченное здание, по сравнению с ним там парижский Нотр-Дам-де-Пари, вообще какая-то захолустная церквушка, Кёльнский собор, да? Так вот, Лютер после посещения Кёльнского собора написал всего одно предложение: «Очень плохая акустика». Он очень прагматично относился. Когда он был в Италии, казалось бы, там Италия, Микеланджело все, да? Он вообще ничего не написал про искусство, да? Вот, вот. И церкви протестантов стали, вот типичная там лютеранская церковь, да? Совершенно, совершенно простые. Но что интересно, даже в этом было влияние и особое значение. Я вам хочу одно стихотворение прочитать православного нашего поэта Тютчева, да? Тютчев был зачарован протестантской архитектурой, протестантскими церквами, и вот написал такое стихотворение. «Я, лютеран, люблю богослужение, обряд их строгий, важный и простой. Сих голых стен, сей храмины пустой, понятно мне высокое учение». То есть Тютчев говорил: «Чего это так простовато?» Он говорит: «Нет, тут он что-то понял. Понятно мне высокое учение. Не видите ли, собравшийся в дорогу, в последний раз вам вера предстоит. Еще она не перешла порогу, но дом ее уж пуст и гол стоит. Еще она не перешла порогу, еще за ней не затворилась дверь, но час настал, пробил. Молитесь Богу, в последний раз вы молитесь теперь». И вот смотрите, здесь вот показано, вот Тютчев это разглядел, да, вот суть протестантского храма, когда раньше вот люди отделяли жизнь с Богом вот на какое-то особое место. Вот есть храм, там особые святые изображения. Так вот, вот мы туда приходим, приходим к Богу. Что сделали протестанты? Протестанты показали: храм – это дом, а твой дом – это храм. Не нужно выходить лишь по воскресеньям в церковь на праздник. Церковь точно такая же, как твой обычный дом. Ну, просто, наверное, размером она побольше. Но ты должен понимать, храм – не здание, не помещение. Храм Духа Святого – это мы с тобой. В нас находится Господь, да? А это просто помещение, как писал вот этот Тютчев, да? Голых стен, как в Евангелии написано, да? «Наг я пришел, наг уйду», да? Главное сокровище внутри меня. И жизнь с Богом должна превращаться для нас не в праздники в виде Рождества, Пасхи или Дня Реформации. Жизнь с Богом – это каждый день, каждая минута должна быть наполнена им, Его Духом Святым, Его жизнью, Его благодатью. И поэтому они стали делать, как это повлияло на архитектуру? Вот ушли вот эти красивости какие-то всевозможные, стали делать так, чтобы людям было прежде всего удобно. Прежде всего удобно. И хотя разные реформаторы по-разному относились к искусству, в целом реформация повлияла на культуру, на искусство тем, что раскрепостила его. Протестантизм научил искусство проповедовать Евангелие, не превращая искусство в что-то такое сакральное, недоступное простолюдинам, только для особых людей. Реформация дала импульс для развития творчества. Не случайно после реформации у людей поменялось мировоззрение. Не только мировоззрение на Господа и на веру, а мировоззрение на все сферы жизни. И на право, и на труд, и на семью, и на искусство. Мы с вами живем под влиянием реформации. Не только мы, жители Екатеринбурга, даже те, кто не верит, может быть, сами того не подозревая, все это произошло благодаря реформации. И вы знаете, в самом конце я хочу сказать, драгоценное, я не хотел бы, чтобы мы просто вспоминали реформацию как некую историю. Для меня это большой пример. Пример людей, которые искали Господа, в чем-то ошибались, что-то делали правильно, что-то делали неправильно. Есть некоторые поступки Лютера, которые у меня вызывают просто слезы восторга. Есть некоторые поступки Лютера, которые у меня вызывают гнев и возмущение.
Например, то, как он изменил свое отношение к евреям из такого благожелательного к ненависти. То есть мы видим живых людей, мы видим беспрекрасно. Эти люди, несмотря на все свои несовершенства, оказали огромное влияние, а точнее Господь через них оказал огромное влияние не только на их поколение, но и на грядущие времена. И сегодня драгоценное наше время. Те ушли со сцены, мы сегодня вышли на сцену. Мы можем восхищаться Лютером, восхищаться там Цвингли, восхищаться Рембрандтом, Альбрехтом Дюрером, но они были точно такими же людьми. И Бог сегодня нам с вами дал дары и таланты для того, чтобы мы ими служили людям и оказывали духовное влияние, чтобы Господь через нас оказывал духовное влияние на наше поколение, и я надеюсь, на наших детей и на наших внуков, чтобы благословение Божье через нас распространялось, и мы точно так же вместе с вами были светом этому миру. И давайте закроем глаза сейчас, склоним головы. Нет бесталанных людей. Каждый имеет от Бога дар. Я так рад, что в нашей церкви так много людей с художественными дарами. Так много благословенных певцов, музыкантов. У нас в церкви есть даже не только художники, есть мультипликаторы в церкви. Очень много талантливых людей. Для меня такая честь быть вашим пастором. Но даже если у тебя, может быть, нет какого-то выдающегося творческого дара, у тебя есть другой дар. У кого-то дар заботиться о других. У кого-то дар заниматься бизнесом. У кого-то дар быть педагогом. У кого-то дар делать свой дом, свою семью благословенными, чтобы в доме был уют. Потому что труд женщин, которые занимаются домом, то, что мы называем домохозяек, это великий труд. Когда в доме тепло, когда в доме есть любовь, когда в доме порядок и гармония. Чтобы воспитывать детей, по-настоящему воспитывать, тоже нужен хороший дар, дар от Господа. Поэтому в притчах нету ни одного человека, кто не получил бы дар. В притчах показано, что Бог каждому дает дар. Господин, уходя, каждому дал дар. И у тебя этот дар есть. Не так-то сложно его найти. Нужно просто увидеть, к чему склоняется твое сердце. Что у тебя выходит и получается лучше, чем другое. Чем ты готов заниматься не просто ради зарплаты, ради денег, а потому что тебе просто-напросто этого хочется. Ты хочешь этим заниматься. К чему ты склонен? В этом и есть твой дар. И поэтому ты должен открыть, что за дар у тебя есть. А открыв, важно научиться использовать свой дар. Пускать его в оборот. Служить своим даром другим людям. И мы с вами, христиане 21 века, смотрим на христиан 16 века и восторгаемся, как много они совершили и для своего времени, и для последующих времен. Но я бы хотел, чтобы мы не просто восторгались, но и учились, а что мы можем сделать для окружающих людей, для своего поколения, для наших близких, для наших детей, для нашего города, для нашей страны. Чем мы можем послужить? Потому что ведь Господь тот же самый, Он не стал слабее, Он не стал менее значительным, Он такой же великий и такой же всемогущий.
такой же сильный и такой же славный. И ему нужно просто открытое сердце. Если он найдет такое сердце, сердце открытое, наполненное верой, он может через это сердце сделать невероятные вещи. Не потому, что ты особенный, а потому, что он особенный, а ты просто доверяешь себя в его руки. Это смиряет нас и одновременно вдохновляет нас. Всемогущий Господь, спасибо Тебе за реформаторов. Спасибо Тебе за тех людей, которые ошибались, но шли, падали, но вставали. Им угрожали, но они не сдавались. Спасибо Тебе за их смелость, за их дерзновение. Спасибо Тебе за их жизнь и за их служение. Спасибо Тебе, что они оказали такое благословенное влияние спустя 5 веков на нас. И я прошу Тебя, Господь, чтобы мы, чтобы наше поколение христиан, чтобы наша церковь не была бесплодной. Мы ощущаем ответственность. Мы продолжаем великое дело служения Тебе. Мы продолжаем нести свет этому миру, Господь. И я молю, чтобы мы это делали достойно, чтобы мы это делали творчески, чтобы мы это делали благословенно. Наполни нас, Иисус. Наполни нас, Господь. Наполни нас. Наполни нас. Я молю, мой Бог, за тех, кто, возможно, был унижен, над кем, может быть, смеялись, и кто сейчас даже не верит, что может что-то сделать доброе. Я молю, Бог, коснись этих людей. Покажи им, что все эти слова были дьявольской ложью. Каждый ценен. Мы здесь все равны перед Тобой. И мой труд пастора ничуть не более значим, чем труд каждого моего брата, каждой моей сестры во Христе Иисусе. И я молю Тебя, мой Бог, чтобы каждый из нас делал свое дело как настоящее служение Тебе, как настоящее священнодействие. Благослови, Господь. Благослови. Благослови, Господь. Возьми руку ближнего. И я молю, мой Бог, также, чтобы мы ощущали себя частью общины. Мы нужны друг другу. Я молю, мой Бог, чтобы мы не превратились в казенную церковь, в формальную церковь. Мы не просто были людьми, которые совершают внешние обряды, а внутри далеки друг от друга. Я молю, мой Бог, чтобы настоящая любовь была на наших собраниях, богослужениях, домашних группах, репетициях музыкальных, встречах, альфа-курсах, на школе семьи, Господь. На всех собраниях, служениях социальных, благотворительных, творческих, молитвенных, детских. Была эта атмосфера единства, атмосфера любви, Господь. Чтобы мы ощущали руку и сердце друг друга. Благослови, Господь. Благослови, Господь. Благослови, Иисус. Благослови, Иисус. Благослови, Иисус. Касайся, Дух Святой, чтобы наши лица сияли ярче, чем
портрет Рембрандта. Чтобы тот свет, которым ты наполняешь наше сердце, он сиял через наш, через наши глаза, через нашу улыбку, через наши дела, Господь. Чтобы Твоя любовь через нас изливалась к людям вокруг нас. Чтобы мы не экономили, мы не сдерживали это, потому что чем больше мы даем, тем больше Ты еще наполнишь нас, Господь. Нам не нужно экономить на милосердии, нам не нужно экономить на любви. Мы можем, Боже, давать и давать. Я молю, чтобы мы никому не оставались должными ничем, кроме взаимной любви. Чтобы ей мы делились и не ждали взамен, не ждали возврата, но давали, потому что мы дети Бога, который есть даятель, который отдал своего единородного Сына, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Я молю, чтобы мы были этими даятелями также, подобными Тебе, Отче. Направь нас, Господь. Чем бы ни занимались мои братья и сестры в нашей церкви, я молю, чтобы они видели в этом служение Тебе. Не просто работу для людей, служение Тебе. И они делали это как настоящее священнодействие. От всего сердца, Господь, это будет благословение. Будет благословение на всех, чем бы мы ни занимались. Благослови всех рабочих, фермеров церкви, бизнесменов, педагогов, служащих. Благослови, благослови. Каждый из нас так ценен в Твоих глазах. Каждым Ты дорожишь, Господь. Спасибо Тебе, Бог, что Ты дал мне привилегию быть пастором Твоих людей, Твоего народа. И я молю, мой Бог, наполни меня, чтобы я их всегда вел только за Тобой. Чтобы я не свои амбиции реализовывал, а вел людей за Христом. Чтобы в моем сердце была простота Христова, чтобы я не уклонялся от этой простоты во Христе. Служил Господь им. Потому что, да, Боже, у нас разное образование, но каждое сердце такое простое. И все мы нуждаемся в простых вещах, в любви. А это только у Тебя, потому что Ты есть любовь, Господь. Наполни нас Твоей любовью. Не только для нас, чтобы мы могли ей делиться с другими. Делиться с другими. Делиться с другими.